Давайте, давайте к нам. А, кто еще? Ольга, идите к нам. Так. Кто еще? О, отлично, прекрасно, замечательно. Девушки есть? Давайте я застегну, помогу. Девушки, застегивайте, помогайте. А девушки у нас для того, чтобы что делать? Чтобы правильно, чтобы мужчины забывали вообще, что они смотрят. Бокс какой-то там. Итак, вам, пожалуйста. Ой, аккуратнее. Нет, не надо. Промахнулись, да, случайно. Так. Итак. Подождите, где у нас второй-то участник? Что вы делаете? А, тренировка перед боем? Серьезно? Так, ладно, хорошо. Подождите, возвращайтесь. Дядя Вадик, возвращайтесь, пожалуйста, на ринг. На ринг. А, я понял, хорошо, возвращайтесь. Итак, а, подождите, у вас есть какие-нибудь страшные имена? Ну вот, чтобы там дядя Коля вырви глаз, ставь печенку, что там, как? Итак, это ваше имя. Колян всех порву будет. Хорошо, а у вас какое страшное имя будет? Гайка. Вадик Гайка? Хорошо. Итак, дамы и господа, встречайте в синем углу ринга Колян всех порву! И аплодисменты. Аплодисменты. В красном углу ринга Вадик Гайка! Встречайте! Супер. Итак, дамы и господа, вы пока не деритесь. Мы просто девушек посмотрим. Итак, первый раунд. Поехали! Первый раунд. Давайте. Нет, что вы делаете? Отпустите. Что за танцы? Пожалуйста, алло. Нет. Итак, первый раунд заключается он в следующем. Вам нужно развернуть и съесть эту конфету под названием «Ласточка». Итак, чтобы было все по-честному, я поставлю между вами стул. Давайте сюда. Нет, вы сюда устроите. Конечно. Вот. Так, это вам конфета, это вам. Итак, подождите, я считаю до трех. До трех считаю. Зубами можно хоть как, но главное ее съесть. Без фантика, вы знаете, он плохо выходит. Подождите. На счет три. Подождите. Один, два. Подождите, что вы делаете. Один, два, три, поехали. Так, уберите. Почему? Давайте. Давайте. Не можем. А кто бы здесь съест, тот и победил, я забыл сказать. Надо язык показать. И в этом первом раунде у нас в честной борьбе побеждает... Я забыл, как нас зовут. Колян всех порву! 1-0 пока, но это еще начало, вы пору дали. Нет, я понял, сейчас вы конфетой заплюете микрофон. Ну, о чем говорить. Все, я понял. Просто работает на кондитерской фабрике. На кондитерской фабрике у вас опыт большой. Вы же опытный, да? Я понимаю. Итак, мы продолжаем. Прямо сейчас объявляю второй раунд. Девушки, вперед! Как красиво, красиво! Так что такого не надо. Господа, во втором... Да что ж вы делаете, да? Фотка, я понял. Все, отпускайте девушку, она нам помешать может. Девушку отпускаем прямо сейчас. Господа, вот мы пришли на мероприятие, пришли, да, практически официальное. Почему вы не при галстуках сегодня? Я тоже. Воды попить? Сейчас принесем воды, пожалуйста, нашим боксерам, пока я объявляю второй раунд. Смотрите, ваша задача... Воды сейчас принесут. Ваша задача завязать совершенно любой узел. В любом месте, хоть на ноге, хоть на шее. Да? Не обязательно. Вот, попейте, пожалуйста. Так, немного воды. А то там все связало. Так, вам тоже воды. Нет, сплевывать не надо никуда. Особенно вот в эту сторону. Так, что случилось? Все нормально? Итак, вы понимаете, да, что нужно сделать? Нужно завязать... Ага, вот тут появляются тренера. Мы переходим ко второму раунду, господа. Что ж вы делаете, да? Я не понимаю, что происходит. Сейчас вам нужно завязать один узел. Один...
Один. Кто первый это сделает? Узел. Именно узел. Тот и победил. Так, подождите. На любом месте. Только будьте аккуратнее, хорошо? Итак, один, два, три, поехали! Поддержите! Да, что ж вы делаете? Девушки, я нечестно! Зачем второй? Пока вы вязали галстук. Там же все нормально. Там же дядя Коля на ноге завязал. Он так привык носить, понимаете? Зато посмотрите, здесь все прилично. А дядя Коля там на коленке обычно носит, а теперь сверху. Ладно, ну первый был узел. Первый узел, конечно, был завязан. Я не знал, что девушки будут помогать. Это, конечно, нечестно. Но все-таки первый узел был завязан на коленке дяди Коли. Коля, как Колян, порву, всех порву. Но не расстраивайтесь, Вадим Гайка. Не расстраивайтесь, потому что в третьем туре, последнем, заключительном, можно заработать 2 балла, 2 очка, хорошо? Итак, мы выясним, кто победит. Может, 2,5 дадим, если хорошо будете драться. Снимайте галстуки. Сейчас я предлагаю нашим бойцам налить вот, что они пьют. Что они пьют? Что вы пьете? Что пьете сегодня? Все, что горит. Вот, налейте, пожалуйста, все, что горит. Вот небольшую рюмочку всего, что горит. Да, вот в такую, да? Ну, вы же видели, что я тренировался. Да, я понял. А зачем такую большую? Половинку, пожалуйста. Да, половинку. Это вода, да, я понимаю? Давайте. Вокал. Слушай, а это что у вас? Это коньяк, что чистый? Что? Значит, мы Вадику... Вадику Гайке налили воду, а вам, Николай, налили коньяк? Серьезно? Вы сможете? Давайте тогда по-честному, вам тоже коньяк нальем, потому что вы там употребляете, я не знаю. Только давайте, я думал, это будет поменьше, Половинку, потому что это за один присест надо будет выпить. За один? Да, получится? Я понимаю, вы опытный. Итак, давайте поставим эту рюмку вот сюда. Ну так, чтобы она не пролилась. Вот сюда вот. И второй возьмем стул. Да. Второй возьмем. И поставим сюда. Так, где у вас вторая рюмка для второго участника? Что-то так началось. Перестаньте, у вас шоу, у нас все красиво должно быть. Вторую рюмку никто не принесет нам. Давай. Сейчас. Там уже все. Так, господа, подождите, я сейчас прекращу этот бой. Века. Бой века. Века попал. Короче. Все. Итак, вторая рюмка появляется здесь. Почему-то здесь поменьше. Да, ребята. Мало говорят. Ну мы сейчас проверим, мало ли много. Слушайте, вам две. Придется. Ладно, хорошо. Итак, ваша задача любыми способами. Только не откусывая. Подождите, не надо. Не откусывая, не проглатывая рюмки. Давайте, чтобы все закончилось без приезда людей в специальных формах. Да, пожалуйста. Спасибо. Все это употребили. Кто быстрее сделает и не останется ни капли, тот и побеждает. Как пить? Вот так вот. И все. Как хотите. В рот можно. Не, так нельзя. Иначе как мы же потом его не соберем? Он же спортсмен, ему нельзя много. Итак, подождите, что вы делаете? Мы до трех-то не посчитали. А вот так и рюмка может запасть, понимаете? Потом как доставать будем? Только два выхода остается. Ладно, хорошо! Я считаю до трех! Подождите, нет, не считай до трех! Мы объявляем третий раунд! Все палочки! Третий раунд! Вот он! И как вы понимаете, в нашей битве, супер-битве, выигрывает Коля Порву всех! Поздравляем, конечно же, подарки нашим супер-мужчинам. Так, где же у нас подарки? А вот и они. Подарок для вас. Только нужно снять перчатки.
А, у вас фотосессия, да, сейчас будет?